Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 11 февраля. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Снежные хлопья становятся крупными, к оттепели. Стекла двойных окон рам запотевают к похолоданию. Сено отсыревает к снегопаду. А какая же погода ждет нас завтра, 11 февраля? Сейчас я вам об этом поведаю. Пока одни кутаются в шарфы и не выходят на улицу без варежек, другие нежатся под солнцем. Говорю я про жителей села Яркое Поле Джанкойского района Республики Крым. Там плюс 18. Ну что, счастливчики, погрейте за нас свои косточки. В селе Малые Яркие Казанского района Тюменской области за окном минус 21 градус. К счастью, осадки пока прекратились, и от них можно отдохнуть. В деревне Ярковские Выселки Петровского района Тамбовской области минус 8 градусов. Осадки не хотят покидать деревню, так что сегодня встречайте снег, а завтра возможен дождь. В селе Яркуль Усть-Таркского района Новосибирской области аж минус 23. Вот так морозец. Без теплой одежды даже не вздумайте выходить на улицу. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог.